В чем может быть причина, если сформованное изделие не растет на расстойке? И что с этим делать? Ну, во-первых, нужно разобраться, если расстойка через холод, то это одно, если через тепло, то другое. Значит, если расстойка, если заготовка не растет в холоде на расстойке, возможно, в холодильнике очень холодно, потому что при температуре плюс 4 градуса все процессы практически останавливаются. То есть это нормально. Также заготовка может расти, если у нас тесто недостаточно выбражено. Например, мы взяли невыбраженное тесто, сформовали его, оставили на расстойку, и расстойка у нас при этом значительно увеличивается по времени. Что делать? В случае с холодом нужно поставить корзиночку для расстойки в место потеплее, например, плюс 6, плюс 8 градусов, если это холодная расстойка, либо же достать и растаивать в тепле. То же самое и с заготовкой, у которой было не выбражено тесто. То же самое, берем заготовку и отправляем ее в тепло. 25 градусов, в принципе, вполне себе нормальная температура. Заготовка будет просто созревать дольше, но у нее нет шансов не вырасти, если опара была хорошая, если тесто бродило, то нет шансов не увеличиться в объеме.